Очередное еженедельное планерное совещание было проведено под руководством главы района Заура Хамирзова. В ходе встречи были обсуждены актуальные вопросы текущей недели. Участники совещания первым рассмотрели вопрос об эпидемиологической ситуации на территории района. По данной теме дал разъяснение главный врач Центральной районной больницы Заур Хашев. Всего с начала пандемии в Кашкарском районе коронавирусной инфекцией заболело 5456 человек. Из них выписано с выздоровлением 5293 человек, 97% от числа заболевших. Умерли от этой инфекции 121 человек или 2,5% от числа заболевших. Сегодня, сейчас на лечении находится 42 человека, из них детей 9, из которых один ребенок до года. Лица трудоспособного возраста 17 человек, из них работающих 5. Лица старше 50 лет, 16 человек, возраст пациентов от 1 месяца до 88 лет. Среди заболевших мужского пола 15 человек и женского 27. Распределение случаев заболеваемости по населенным пунктам в Кашихарде 18 заболевших, Почевсине 7, Латырдова 5, Ходзе 5, в поселке Дружба 5 и в Аулине Рухай 2 человека. Все заболевшие сегодня находятся на амбулаторном лечении. В 30 очагах, из которых семейных 7, в этих семейных очагах больных 19 человек, в том числе 14 взрослых и 5 детей. За прошедшие сутки зарегистрировано 11 новых случаев, из них 2 детей, а выздоровел только 1 человек. За прошедшую неделю новых заболевших 32 человека, заболеваемость в среднем с предыдущей недели возросла на 1,8 раза. За прошедшую неделю выписали с выздоровлением 18 человек. У этих 18 выздоровевших не было осложнений в виде внебрежных пневмоний, что многократно наблюдалось раньше. Летальных исходов также, слава Богу, не было. За сентябрь заболевших 31 человек, из них детей 12 человек, до года было 4 человека. Я почему подчеркиваю количество детей заболевших из числа, из общего числа заболевших, потому что на лице очень наглядно имеется рост заболеваемости именно среди детей и подростков. По своим направлениям деятельности в ходе планерки выступили заместители главы района. Были озвучены результаты работы по достижению показателей KPI «Дерево целей», о проводимой работе с населением по социальной газификации частных домовладений и ход строительства 9 объектов по программе комплексного развития сельских территорий. Отдельной темой совещания стала подготовка к отопительному сезону. Холода уже не за горами, и наша прямая обязанность начать отопительный сезон без боев, подчеркнул Заур Хамирзов. Подводя итоги совещания, глава района дал ряд поручений по обсуждаемым вопросам и нацелил присутствующих на совместную плодотворную работу взаимодействия при решении поставленных задач.